Привет, Майкл. Я просто звоню сказать, на мой адрес тебе продолжают приходить важные письма. Кейт, ты должна быть горда собой, ведь ты написала книгу, а это немало. Ого! Да. Повернитесь и покажите животики. Улыбаемся. Угадай, где я? И где же? Карбондейле. Добро пожаловать в Альма-Матер. Дэвид Киркпатрик пригласил меня выступить. О, спасибо, спасибо. Кейт была на самой первой моей лекции. Вы помните тему? Все не так, как я ожидала. Если бы тебе предложили преподавать здесь. Преподавать? Буду счастлив видеть вас на кафедре, Кейт. Эй! О, привет. Я раньше здесь жила. Серьезно? Привет. У нас вечеринка. Приходи. Я танцевала в этой комнате лет 15 назад. А я в садик ходил 15 лет назад. Тут ощущается легкий напряг. Да, у меня конкретный напряг. О, боже! Хочешь кое-что узнать? Да. Что у вас случилось с твоим парнем? В смысле, с моим женихом? Вы надеетесь снова быть вместе? О, как все достало. Жизнь — это тебе не школа, пойми. Тут тебе любая дорога открыта. Ты возвращаться думаешь?